Сладкое угощение получили сегодня все без исключения гости славного праздника. В зимний морозный день в Белове состоялось поистине теплое, согревающее сердца мероприятие. Открылись сразу две губернаторские чайные. Такой подарок горожанам к новогодним праздникам от областных и городских властей. По поручению губернатора Амана Гумеровича Тулеева у нас в городе открыты две чайные. Одну мы открыли возле парка «Семья» в третьем микрорайоне, а вторую на центральной площади. В третьем микрорайоне парк «Семья» – излюбленное место отдыха горожан, а в центре расположен главный снежно-ледовый городок и елка. От ребятишек на площади отбоя нет, особенно после уроков. Теперь беловчанам есть где погреться. В губернаторской чайной горячий чай, свежая выпечка – все бесплатно. В павильонах тепло и уютно. Это же очень удобно, когда мамы, бабушки, дедушки приходят с ребятишками покататься на горках и немножко замерзли, можно зайти попить горячего чая. Съесть какой-нибудь кренделек, и настроение сразу улучшается. Да и ребятишки тоже набегаются, промокнут, вывалятся в снегу, зайдут и попьют чая. Ну а в третьем микрорайоне парк «Семья» стал уже он излюбленным местом отдыха наших горожан. Губернаторские чайные по инициативе главы региона Амана Тулеева в разных городах Кузбасса работают уже более 10 лет. Одна из первых открылась в 2003 году в Кемерове на площади Советов. Также за это время были открыты чайные на горнолыжных курортах области, в музее-заповеднике «Томская писаница», областном краеведческом музее, областной научной библиотеке, на автовокзалах. Наш город не стал исключением. Губернаторские чайные в Белове будут работать и в выходные, в течение всего дня.